Всем привет, девочки мои! Вышла я из дома, решила я зайти в Fix Price. Ну и так еще по магазинам пройдусь. Ну, посмотрю, какие там новиночки есть по полочкам. И кое-что нужно купить по списку. Так что отправляемся. Все, зашла я в Fix Price, пока это радио молчит. Я смотрю, тут есть новенькие расчесочки. О, какая интересная. С такими вот интересными стразиками. Так, ну вот эти расчесочки мы уже видели. Вот это вот любимая дочкина расческа вот такая. Так, а я хочу заколочки новые купить. У меня там одна заколочка красивая сломалась. Вот с такими вот зажимчиками. Зажимчик один отломался. Либо такой, либо вот это, 77 рублей. Золотистые есть, серебристые есть. И формы, две формы. Надо подумать, что взять из этих. А еще вот это вот, две резиночки, две заколочки. Ну, это Насте можно такую. Хотя бантики не очень. Вот это радио, оно меня, конечно, бесит. Ну, что с ним поделаешь. Ладно, идем дальше. Зашла, думала рамки посмотреть. Ну, здесь рамки похуже. Мало того, что стоят дороже. Они еще тут покоцаны какие-то. Похоже, последние. Ну, в Икею надо будет съездить, значит, за рамками. Я заметила, тут ценники немножко новые стали. Это, получается, цена по карте немножко ниже, чем обычная цена, у кого нет карты. Вот, ну, значит, берем со скидочкой. Я смотрю, тут появилось очень много каких-то новинок, которые для школы. Вот я смотрю, ластик-точилка. Вот это же интересно, 55 рублей стоит. То есть это как эластик, и можно точить. Открыли и точить карандашики. Интересно, интересно. Так, ну, ленту эту мы уже с картинками видели. Двухсторонняя клейкая лента. Тоже интересное дело. А вот ручка-заколка. Классно, да? 55 рублей стоит. То есть эта ручка, пишешь-пишешь, раз, заколола на волосы, чтобы ручку не потерять. Вот такую бы взять, такую я не знаю. Но нужна, не нужна она мне. Вообще интересная штука, да? Что еще? Сейчас посмотрим. Набор цветных гелевых ручек с ультраблеском. Это интересно. То есть они пишут с блеском, да? Класс. Магнитный держатель для маркера 99 рублей. Туда маркеры ставить и приклеивается. Вот продают обложки для тетради по 10 штук. Набор 50 рублей стоит. И также набор, обложки для, есть еще для книг тоже 50 рублей, 10 штук. Магнитные закладки. Это в книжечку. Вот прикольно, да? Ну, красивенькие. Цены тут нету. Наверное, рублей 50 стоит. Вот такая вот доска магнитная, маркерная, меловая. Два мелка в комплекте есть. Жалко, что нету маркеров. Но она наклоняется с наклоном. 299 рублей такая стоит. Девочки, наконец-то я нашла магнитный алфавит на русском языке. И вот доска, тут можно маркер, по-моему, в наборе есть, написано, да. И ручка фломастера, одна губка для стирания, два крепления, 62 буквы на магнитах и платформа, металлическая доска. Вот, и написано, что тут можно с ним этим всем делать. Вот мне интересно, я давно хотела Насте взять, чтобы она училась складывать слова. И тем более здесь можно писать. Не знаю, какая цена, здесь нету цены. Но я возьму в любом случае, даже если оно стоит 299, ничего, пускай это будет. Это вот давно я хотела такое на русском языке приобрести. Цветные карандаши, я смотрю, вот в таком вот пеначике. Классные, да? Сколько стоит, а тоже цены нету. Ну, пеначик удобный. А вот степлер есть, прямо со скобами. Стоит 199. Ну, вроде бы недорого. Ну, хотя не знаю. Он мне был нужен как-то, но сейчас уже не нужен. Уже не актуально. Листы для заметок. 600 штук. Вот такие вот. Цветные разные есть. Интересно, вот такой вот бриф я уже видела. А вот такой вот еще не видела. Такие прозрачные шарики.
99 рублей вроде стоит. Прям не знаю, любопытно, как, насколько хорошо они работают. Взять, что ли? Так, ну, бумага у меня еще есть. Ну, 249. Упаковка для принтера бумаги. Ну, сейчас она мне не нужна пока. Вот такие корзиночки новенькие появились. Довольно эластичная, мягкая корзинка. Для каких-нибудь домашних принадлежностей. Может, нитки, а может, еще что-то сюда сложить. Прикольненькая, мягкая такая. А вот еще такая тоже. Так, корзина 55, вот эта круглая, с ручками 77 стоит. Разные цвета есть. О, какие контейнеры маленькие, хорошенькие такие. Завтрак на работу взять. Набор вот этот, здесь два штуки, два контейнера, 77 стоит. С ручками. Я смотрю, подхваты для штор есть, и они как-то вот на магнитике. Интересно. Они тут разных цветов. О, даже разных цветов есть. И вот такие подхваты для штор 55 рублей. И прикольно, прикольно. Тут тоже на магнитике. Сейчас надо поближе разглядеть. Посмотреть. Тут разные есть расцветочки. Может, возьму. Вот такой вот ночник. Мне что-то прямо смотрит, приколол меня. Он обычный, простой. Во-первых, его можно повесить, это классно. И ночью, если в туалет. Он на батарейках, здесь три батарейки втыкаются. Три батарейки большие А. АА, 3А. Три или две там батарейки. В общем, мне вот это прямо хочется взять. Стоит 149 рублей. Ну, тут еще другие ночнички есть. Но это такие детские, больше детские. А это что? Тоже, что ли, ночничок такой? Малюхонький. Симпатичные. Вот такие детские. Но мне вот удобно то, что его за ручку взял. Или подвесить можно. Вообще классно. Мне это вот понравилось. Вот такую дыни, только я так и не поняла. Пять цветов светодиодов. А, ну вот это да, он игрался, я видела. Мягкая плеточка для руля. Кому нравится. А это что за сумочки? Такие вот сумочки. Светоотражатель еще на ней. Цена есть 249. Ну это автомобильное что-то. Автомобиль. Прикольно. Ну тут где контейнеры, тоже какие-то контейнеры для кухни на колесах написано. Вот такие появились. Тут были прозрачные. А эти поменьше. Ну, чуть-чуть размером, по-моему. Сзади колесики, впереди их нету. 149 стоит. Коричневые, белые. Я смотрю, здесь тоже вот кое-какие новенькие появились. Корзиночки. Вот такая мне нужна. Вот там стразики в коробочку ложила. Пакетики со стразиками. Вот я думаю, что вот это мне как раз подойдет. Ну, она недорогая. 13,70 стоит. Так. Такие корзинки симпатичные. Вот такая вот с делениями. 155 рублей. Тоже симпатичная. Но я не знаю, зачем она мне нужна, не нужна. Там ложки, вилки. Но я думаю, она мне не нужна. Но понравилась. Ну и вот такие еще тут вот появились. 55, 77. Вот такие. Тоже, ну, это для кухни. Тоже с делениями, вот она, побольше чуть-чуть. Очень интересно, полка. Такая вот небольшая полочка, 20 на 20. Одна на другую ставится, вот, как показано на картиночке. И все. Хотела взять опять крючок такой, ну вот такой, который мне уже брала один, вот такой формы, но только серебристый, стальной, металлический. Металлического нету. А черный мне к интерьеру не подходит. Так, сейчас я еще посмотрю, может, найду. Большой не нужен. Крючки большие такие есть, как вешалки. Вот такие вешаются. Но мне не надо много. Мне мало-мало надо. Вот такие хозяйственные салфетки. 120 штук. Размер XL. Ну, размер XL я не знаю, что это.
хозяйственные, влажные. В общем-то, классные. Бытовую технику можно в машине что-то протирать. Не знаю, надо, не надо. Ценника нету, я не знаю, надо мне или не надо. Я смотрю, штатив, держатель для телефона на ножках есть вот такой. У меня такой дома есть. 249 рублей стоит. Не знаю, вроде цена неплохая. Но здесь для телефонов таких не более 85 миллиметров ширины. Я смотрю, вот такой вот маленький, очень компактный фонарик. И он с креплением вот с таким вот идет. Его можно прицепить ребенку на рюкзак или собаке на ошейник. Классно. Там какие-то маленькие батарейки, наверное. Меня прямо заинтересовала эта вещь. Нужная. 77 рублей стоит. Я вот смотрю, мне фонарик вот этот мне интересен, но я смотрю, что здесь за батарейка. Батарейка, видимо, кругленькая, плоская. SR2032, да, одна штука. Ну и тут написано установка, замена батареи, то есть ее можно заменить. Вот такая батарейка кругленькая будет. Не знаю, прямо интересно взять. Может, Насте на рюкзачок. Так, что у нас появилось в посуде новое? Ну, вот такие вот стаканчики, высокие, низкие, с таким узором есть. Высокие, низкие, с таким узором. Такие с красненьким дном. Ну, вот они в основном по 55 рублей. Вот такой, просто белый. Клеточку какой-то в ромбик. А вот тарелочки. Вот таким рисунком я еще не видела. Такая форма есть. Это 99 77, вот такая, не вытащишь, пиалочка. Вот небольшая такая пиалочка, хорошенькая. Есть побольше, есть просто гладкая пиалочка. Большой салатник 199, огромный. Это поменьше. А вот это я впервые вижу. Форма для запекания 299 рублей стоит. Она вот такая вот овальная. Она как тарелка. Но вот здесь написано 250 градусов выдерживает. Можно использовать даже как блюдо. Такое вот овальное. Но мне нравится прямо вообще. Классно. Вот бутылка стеклянная. Вот такая есть. Ее можно закрывать с крышкой. На литр бутылочка, это вот воду хранить, может даже или компотик в холодильнике. Классная. 149 стоит рублей. Черненький есть, вот такая вот есть. А вот тут формочки есть. Стеклянная форма с крышкой, закрывается. Ну, правда, тяжеленькая. Если на работу с собой брать, это тоже вот стеклянная. Тяжеловатая. Банка такая вот большая для сыпучих продуктов. 77 рублей стоит с мерной кружкой. Ну, стаканчик мерный там внутри есть. Но она, правда, высоковата для меня. А вот еще форма для запекания 299. Но есть она побольше. Тяжелая такая, стеклянная. Тоже классная. Побольше овальная. А вот такой салатник с крышкой 249 стоит. Тарелочка симпатичная, можно прямо в ней на стол поставить. Если брать в холодильник, крышкой закрыли. Классненько, мне нравится. Чаша для мытья круп 1,7. Вот такая, они разных цветов есть. И тут, видите, с отверстиями водичку сливают. Легенькая довольно-таки, пластмассовая. Классная, симпатичная. Так, ну в чашках я не вижу тут особо таких новинок новых. Ну, немножечко новые кружки есть. Вот это прям нравится цвет, расцветочка. Вот такая форма интересная. И вот такая форма интересная. Так, ну это мы уже видели. В прошлый раз я вам показывала. А вот это что? Небольшая. Небольшая термос. 420 миллилитров. 249 рублей. Вот такой небольшой термос. Сумочку классно положить. Чай, кофе. Компактная и симпатичная. Интересно внутри посмотреть, какая она. Тут я вижу вот такой замочек. Мы его откидываем.
немножко неудобно. Вот так. Потом вот это вот нажимаем, открылось. И вот так вот можно пить. А вот это вот, она должна сниматься. Внутри посмотреть, мне интересно. Но я, если честно, вот это вот вижу, что здесь вот так вот можно нажимать и вытащить вот эту штучку. Но то ли она туго, не удается мне снять. Но я вижу внутри колба там вроде как металлическая. Но вообще термос легкий. Легкий и, в общем-то, даже небольшой такой по размеру. Так, а что у нас тут? Чаговый чай сибирский. Не знаю, 99 рублей стоит. Что это за чай? Я вообще не любитель чаев. Тем более, если я не пробовала, то я даже не знаю, брать, не брать, не буду брать. Подсластитель такой. Сладкий вкус выгоды. Вот я, кстати, подсластитель нужен, но я вот такой не брала, не знаю. Я обычно в таблеточках люблю. Так, и что? Тут разные чаи, конечно, есть. Вот зимой иногда чай пью. Хотя тут такие вот интересные, неплохие варианты чаев есть. Классные. И ананасик, лайм. Ой, классненькие, классненькие. Для гостей может взять. Тем более, что я смотрю, сейчас вот и со скидочкой есть. И тут еще какие-то такие ТЭС. Ну, я это вообще не люблю. Так, что это? Лимон с имбирем. 55 рублей. Ну, имбирь, честно говоря, я так поняла, что я вообще его не люблю. Так, шиповник, витамин С. О, какая веселенькая шляпка. С какой-то надписью. Они тут разных цветов есть. Но не все с надписью. Симпатяшка, да? А вот эти вот с бахромой. Ну, лето заканчивается, все. Шляпки уже не актуальны такие. Детские вещички тут, маечки. Вот такие симпатичные разные. Есть голубенькая. Вот это вот распакованная. Вот как раз для деток, таких как Дэнни. Но у Дэнни все есть. Ему там мама всякие крутые шмотки покупает. Я их брать не буду. Вот. Но Насте тоже я заказываю. Насте тоже не буду брать. Но вообще вот так вот, если что есть. Что-то тут. Посмотрите, это что? Это вроде как платьечко девочки. На Настю это маленький размер. Вообще лето уже заканчивается. Рубашечки такие для мальчиков есть. Футболочки. А вот шорты детские. 199 рублей стоят вот такие. Но они тут есть разных размеров, я так понимаю. На разных детей. На девочек, на мальчиков. А вот шортики для девочки. Такие яркие, симпатичные, классные. Мне нравятся такие. Интересный органайзер для кухни. С четырьмя ложечками. И вот так вот друг на друга ставятся. Четыре ложечки в каждом стоят 299 рублей. Доска разделочная гибкая. 28 на 20. Ну, поменьше, чем у меня. 55 рублей стоит. Розовенькая такая, симпатичная, желтая. Ну, вот кому небольшую нужно. Вот. Она очень классная. Мне нравятся такие досочки. Я прям две штуки ими пользоваться люблю. Вот эта тоже маленькая, с такими... Как будто дорожная или куда-то на дачу, я не знаю. Вот такая тарелочка. Для хлеба, наверное. А, это вот тарелка сервировочная. Есть такая квадратная. И круглая 99 рублей стоит. Салатники, большой вообще салатник, поменьше, такие разноцветные есть. А вот бутылочка для воды, вот есть такая салатная, оранжевая, и недорого, 99 рублей стоит, 400 миллилитров. Но я думаю, что здесь пластик такой нормальный, многоразовый, не такие как одноразовые бутылочки. Довольно компактная бутылочка, вот так тоже в сумочку, в пакете взять. Ну, у меня уже появилась. Нож для томатов 55 рублей стоит. Вот с такими вот мелкими зазубринами. Вот, даже для томатов отдельный нож есть. Ну, понятно, томаты, если туповатый нож, плохо будут резаться. Вот такие коврики для горячего есть. Но тут уже цен нету. Если нету цены, мне сказали, 50 рублей, значит, стоит. Так, понятно. Крышка стеклянная. Не видела я в прошлый раз. 26 сантиметров. Здесь она тоже по краю стеклянная.
сколько крышка стоит. 199 рублей. Это 20 сантиметров, а которые 26 сантиметров, 249 рублей. Ну, вроде немало стоит. Вот эти вот мне нравятся такие вот баночки небольшие. 4 штуки, стоят 77 рублей. Это для приготовления йогурта. Классненькие, с крышками. Набор мисок 249 рублей. 3 штуки миски. Для 3 штук нормально, недорого. Хорошенькие, легкие миски, хорошие. Контейнер для хранения с решеткой. 99 рублей стоит маленький. Там видно, решетка лежит на дне. И вот такой побольше. 199 стоит. Здесь 28 на 20. А здесь 27 на 11. Тоже с решеткой. Классный, прикольный. Вот, в прошлый раз я видела, пленка овощная. Вот она такая. А вот такой вот не было. Это пленка пищевая, биоразлагаемая. 77 рублей стоит. Но теперь я просто вижу, что они как бы разные, да? Так, а вот мне интересно, пергамент силиконированный. Силиконированный пергамент. Это как? Это как? Ну, это просто, не знаю, пропитан каким-то силиконом. Ну, пергамент они всегда пропитаны, в общем. Пергамент и пергамент. Стоит 77 рублей обычно. А я пользуюсь вот таким пергаментом за 50 рублей. Этот просто поуже, а тот пошире. Вот и вся разница в нем. А вот такое вот я еще не видела. Пластырь медицинский, охлаждающий при температуре и перегревании. При головной боли, усталости оказывает тонизирующее действие. 77 рублей стоит. 2 штуки. Интересное дело. Любопытно. Так, ну раз я взяла уже светильник, надо взять батарейки. Там 3А написано. Но вот эти вот, они текут прямо с них. Вот эта соль какая-то течет. Я в последнее время стала вот эти выбирать. Там 55 рублей стоит 10 штук. А здесь 4 штуки 55 рублей стоят. Но эти лучше по качеству. Все, набрала всякой всячины. Дома приду, покажу вам, что я взяла. Ну что, девочки мои хорошие, давайте же рассмотрим, что я там прикупила в этом фикс-прайсе. Кое-какие новиночки прикупила. Мне вот очень заинтересовала вот эта штука. Сейчас посмотрим, сколько, во-первых, сколько она стоит. Она была без ценника, да? Так, магнитный алфавит. 249 рублей стоит. Ну, ничего страшного, зато у моей внучки теперь будет... Новая игрушка. Новая игрушка. Она придет ко мне, ей будет чем заняться. Так, я хочу проверить, что это и как это вообще работает. Значит, подставочка. Вот такая, вот такой экранчик, на котором можно писать. Буквы, они действительно тут русские буквы. Вот они, все русские буковки. 62 штуки. Ну, каких-то, наверное, может быть, гласных больше. Я надеюсь, что гласных у нас больше все время, да, попадается. Так, еще здесь есть маркер и вот такая губка. Проверим. А, маркер с этим, с терочкой. И он еще и с магнитиком. Во, классно. Так, это надо на подставочку тогда поставить как-то. Сейчас я ее поставлю. Как-то я сейчас поставлю ее. Надо еще разобраться. Мне кажется, вот так оно должно стоять. Так, каким цветом пишет маркер? Не, она так что-то не стоит. Попробую еще раз. Все, я высыпала все буковки. Тут вот такие штучки есть. И вот так вот, вот. И сюда эта доска втыкается. Точно, вот так вот они ставятся. Сейчас покажу вам. Вот сюда втыкаются. И вот сюда входит эта доска. Вот тогда она точно уже хорошо держится. Ну, а сюда можно положить буковки, маркеры, все такое. Так, ну, буковки это, например... Ой, само интересно. Ща. Ща. Ща, подождите, девочки, ща. Так, маркер вот такой вот. Ой, хорошо как пишет. Раз, закрыла. Так, а губка тогда... А здесь что, ластик получается? Можно, наверное, ластиком стирать, да?
Стирает ластик тоже хорошо. А губка? А губка тоже хорошо стирает. Прекрасно. Все. Классно. Ой, как классно. Все. Хоть сам играйся. Я не знаю. Мне кажется, взрослые люди такие же дети, только большие. Все. Ну, внучка придет. Теперь пускай занимается. Нашла я буковки, написала Насте. Она придет, увидит, ей понравится. А вот еще Настя, я купила вот такой фонарик на рюкзачок. 77 рублей стоит. И сейчас тоже я хочу посмотреть, как он там светит, как он горит. Там написано, что батарейка внутри уже есть. Батарейка там идет плоская, круглая. Ну, в Фикспрайсе такие батарейки продают. Ну, не только в Фикспрайсе. Я думаю, что если она сядет, то можно будет заменить. Вот такой вот маленький. Так, посмотрим, как он работает. О, вот так. Мигает. Он не просто там светит, а он мигает, чтобы ребенка видно было, да? И для собачки, чтобы собачка в темноте, если гуляете с собачкой, чтобы собачка не потерялась. Ну, это так вот, честно говоря, ребенку игрушка. Я думала, он просто светит, освещает, можно там подсветить где-то что-то. Но он просто мигает. Ну, пускай. Чтобы ребенка не потерять. А он вот так один раз остановить. Вот так. О, он другого цвета еще мигает. Так он просто светит. А, значит, он просто еще и светит плюс ко всему. В общем, как-то так было. Теперь выключается. Все, выключился. Ну, ничего, так нормальненький такой вот светильничек. Для ребенка тоже прикольно. Сейчас я на рюкзачок подцеплю к ней. У меня тут рюкзачок ее лежит. На тренировку сегодня забираю. Ее мы на тренировку отводим. Так, хорошо, классно, мне нравится. Так, что еще интересненького? Вот такой светильник я купила для себя. Светильничек, класс. Вот, здесь тоже батареек, наверное, нету. Сейчас я сюда вставлю батарейки. Значит, сколько стоит этот светильник? Батарейки 55 рублей стоят. А светильник-ночник 149 стоит. Сейчас я открою. Тут вот это вот должно... О, легко открывается вот так вот. И сюда три батарейки, вот такие мизинчиковые, которые 3А вставляются. Сейчас вставим, включим, посмотрим. Девочки, воткнула я сюда батарейки, но фонарь не работает. Значит, надо будет его мне сходить заменить. Но я заменю. Чек у меня есть. Мне кажется, вот тут они что-то с полюсами заменили, потому что там... Там, где вот эта пружинка, туда идет тупая часть. А здесь минус, плюс поменяли. Ну, видно, вот эту штуку не так поставили. В общем, это надо будет заменить. Вот поэтому чек надо всегда сохранять. Ладно, а так вот это ночник, светильник, в общем, интересная штука. И подвесить, и нести удобно. Ну, заменю. Во влоге вам потом покажу, заменили или как, работает, не работает. А что мне еще вот захотелось купить? Подхват для штор. Я давно такой хотела. А нету там серого цвета, чтобы серый мне подошел. Но в любом случае это такой светло-золотистый. Он приближенно похож на этот цвет. Ну, там был либо такой золотисто-сильнее. Синий цвет мне не подходит. Красный не подходит. В общем, это более-менее тут подошел. На магнитике. Сейчас я открою его. Подхват для штор стоит 55 рублей. Вот такая вот штука. Вот. И вот тут она на магнитиках. Раз, и все. Прикольно. Можно просто вот так вот шторки собрать. Если шторки тонкие, можно еще вот так вот обойти еще разочек. И вот так вот собрать, чтобы посильнее. Ну, прикольно. Но я взяла одну, потому что я собираю частенько. Мне нужно собрать только одну вот ту штору. А эта штора здесь, она у меня висит, просто вот сюда уходит за окно. И она мне не мешает. А там у меня стол рабочий, и там она мне мешает. В общем, классно. Это тоже нужная вещь. Я себе купила. Очень рада, очень довольна. По-моему, очень даже подходит по цвету этот держатель. И очень хорошо держит. Прекрасно. Я довольна вот этим вот, вот этой штучкой. Взяла еще вот такой вот, 55 рублей стоит крючок. Такой же я брала еще в прошлый раз. И, в общем, мне захотелось, чтобы еще один такой был, потому что у меня второй пластмассовый, и он вот-вот сломается. Я туда сейчас повешу металлический, а пластмассовый просто уберу уже и выброшу его. Пластмассовый вообще пластик, такой он не очень хороший бывает иногда. Взяла вот заколочки. Мне нравятся вот эти плоские заколочки.
Вот эти, ну, не всегда мне нравятся. А вот эти плоские хочется мне. Ладно, не буду, в общем, на заколочках зацикливаться. В принципе, вот, сейчас заколю. Плоские удобно, когда легла на подушку, в голову ничего не давит. И вот это можно ходить целый день, они никак не чувствуются, незаметные. В общем, вот эти я взяла для себя. Взяла вот этот вот Brave, 99 рублей стоит. Но он мне заинтересовал. В общем, там, я смотрю, есть такая вот, как фольга, пленочка. Там пленочку, видимо, снимаем и вешаем. Ну, сейчас я вешать пока не буду. У меня там висит уже что-то. Но пускай будет. 99 рублей. Мне кажется, недорого. И запах дождя. Свежесть дождя написано такое. И еще смотрю, Маден Германия. Ничего себе. Да, и недорого. Нормально. Ну, еще я, девочки, конечно, набрала овсяной каши. Овсяная каша хорошая. И она 5 рублей стоит пачка. Но по составу пищевая ценность, все остальное абсолютно идентично с теми кашами, которые я беру подороже в Пятерочке. Каша стоит 5 рублей. Ну, было два вида, взяла я по 5 штук. Так, ну, эту маленькую ваночку для мелких принадлежностей. 13 рублей стоит недорого. Вот, и прокладочки взяла еще, ежедневки. В общем, ничего больше я не взяла. Вот и все, мои хорошие. На этом я хочу видео свое коротенькое, такое небольшое, закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока.